Всем привет! Сегодня 21 июня. Выбрался на рыбалку. Хочу половить щуку. Ну и окунь, возможно, будет попадаться. Сейчас проверю поставушки. Поставушки я здесь оставлял. Приезжал вчера, тоже рыбачил. Поставушки оставил на всю ночь. Сейчас поплывем, проверим, что там попалось. Очень интересно, может, какая-то щука села. В общем, доплыл до поставушек. Вижу то, что на одной есть работка. Здесь две рядом стоят. Вот на этой поставушке не видно, чтобы была сработка. Здесь нитка на месте вся. Куда-то живец намотался. Так. Куда-то обмотался. Немножко неправильно я лодку поставил. А, ну вот он, в принципе, он живой, он плавает. Живец на месте здесь. Вон, видите. Здесь не было сработки. Так, ладно. Снова вдену в прорезь. Кто еще не видел, такие обычные у меня поставушки. Шланг такой резиновый вот для воды. И этот, как жерлица уж оснащен. Там поводок стальной, и живец плавает. Так, здесь не было сработки. Сейчас посмотрим чуть повыше, там может что-то было. Это надо немножко перевесить, потому что она как-то висит, и живец путается. Надо ее повесить как-то вот так вот, чтобы живец свободно плавал, чтобы никуда не заводил. Поставушку тоже надо правильно ставить, иначе не будет сработки. Живец будет запутанный где-то. Вот так вот получается. Здесь методом петли я набрасываю, чтобы если щука будет тянуть, чтобы она затягивала узел. Так, ну-ка давай, выходи, живец. Этот живец уже который день, и живой он, и никого не ловит. Только вот в кусты каждый день путается. А рядом поставушка вроде сработала. Вон та. Сейчас поплывем, посмотрим. Сейчас отвяжу лодку и посмотрим там, что попалось. Так, ветер сегодня очень сильный. Штормовой, можно сказать. Не помогает мне нифига. Сейчас лодку разверну. Да, там нитки нету. Нитка полностью смотана. Сейчас надо как-то лодку привязать грамотно, чтобы можно было проверять поставушку эту. Вот так как-то привязаться надо будет. Вот за эту ветку, что ли? Ага, да, вот в сторону уходит нитка, вижу. Так, ну мне привязываться, в принципе, не надо. Сейчас надо будет сейчас щуку вытаскивать. Если она там еще. Так. Сейчас подплыву. Немножко ветер меня сносит, конечно, сильно здесь. Вот так вот. Вот видите, полная смотка. И нитка в сторону уходит. Это явный признак того, что щука здесь есть. Сейчас пока вот сюда привяжу. Лодку, наверное. Чтобы руки свободнее были. Этому кусту пока. Лодку тоже привязываю, так петлю делаю, просто накидываю, она сама затягивается. И лодку держит. Вот такой вот нехитрый способ. Так. Посмотрим сейчас. Щука здесь еще нет? Нет. Была сработка, но этот щука не попалась. Протащила живца несколько метров, но щука не попала сюда. Так, ладно, сейчас переставлю поставушку, заново заряжу. Я уже думал, здесь щука сидит, но нет, оказывается. Бывает, мелкая щука просто дергает живца. Крупняк был бы, заглотил бы, да и попался бы. Так, все, пусть стоит, может еще попадется. Окунь, правда, мертвый, но сейчас буду рыбачить, может, живого окуня поймаю. Если попадется, поменяем. Все, вот видите, вот так вот петлю сбрасываю с куста, и все. Свободен. Поплыли дальше.
Ох, там котел вижу из этих. Там, наверное, этот окунь, наверное, стоит. Сейчас котел видел, как рыба плескается. Сейчас надо привязаться, попробовать погонять ее. Так. Сейчас сюда кустам лодку быстренько привязать надо. Попробует побросать блесну. Сегодня попробую на такую вот новенькую приманку. Lucky John компания. Вот такой вот поппер. Я поппер несколько раз бросил. У меня что-то сомнение по поводу него есть. Может, он и работает. Не знаю, по поводу него сомневаюсь. Попробую вот. Не попробую, а буду рыбачить на то, что уже работало здесь. На проверенную приманку. Мэпс 3. Сегодня новенький вот такой вот Maps Black Fruit называется, черный фрукт какой-то, бронзовая такая блестяшка, а с этой стороны вот такая вот салатовая точка идет. Посмотрим на нее, как получится. До этого хорошие результаты были по Maps. Так довольно он неплохо щуку ловил. Если она его видела, конечно. Вчера с первого заброса 4200 щука была. Вообще супер рыбалка. Вчера получилось. Первый заброс. И трофей. Так. Посмотрим. Мэпсик. Может, мэпсик что-то здесь поймает. Так, ага. Сразу же траву мэпс ловит. Это нормально. Травы здесь много. Более 20 часов, наверное, поставушка простояла, и этот окунь живой там. Так, ладно, сейчас поплывем еще парочку, проверим. Может, там где-то сработка есть. Так, вот вижу одну поставушку, вторую пока не вижу. Вторая тоже где-то здесь должна быть. Здесь вот в кустах. Сразу посмотрим ее. Поставушка сработала, щука есть. Сейчас посмотрим, как ее вытащить. Хорошая щука, кстати, вот здоровенная. Сейчас будет капать, наверное. Плоскогубцы где-то у меня здесь. У нее крючок прям в пасти там, в глотке прям. Вот так вот поставушки хорошо работают, ребята. Даже не думал то, что так они хорошо будут щуку ловить. Уже третий день подряд, и каждый день щука есть на поставушках. Хорошая такая увесистая, даже поднимать ее трудно мне. Чтобы не капало много. Вот такой вот трофей, ребята, на поставушку попался. Щука деревянная. Замерзла уже. Вот такой вот трофейчик хороший. Я думаю, где-то около 2 килограмм будет она. Класс. Поставушка отлично сработала. Сейчас ее на кукан надо посадить. Ну, пусть она болтается, пока плавает. Там еще у меня 2 поставушки на проверку есть. Сейчас их тоже поплывем, посмотрим. А, не 2, одна еще осталась на проверку. Так. Эта щука пускай здесь болтается, плавает. Вот ее вот так вот на второй кукан посадить надо, чтобы под контролем она была.
Отлично. Рыбалка еще не началась, а уже щуку поймали. Классная вещь поставушки. Жалко то, что рыба заснувшая, правда. Хотелось бы с ней побороться, пусть и на поставушке тоже. Так, это надо застегнуть, чтобы не цеплялись. Все, отлично, сейчас эту поставушку перезарядить надо. Там окунь висит, он мертвый, правда. Тоже заснул. Одна поклевка, два трупа. Так, конечно, делов она здесь напутала. Конкретно хорошенько напуталась. Туда-сюда ходила, видимо. Пыталась соскочить. Но не получилось. Кто еще не видел, как поставушка устроена? Вот такой вот шланг для воды резиновый. На нем вот так вот нитка намотана. Видите, толстая веревка для того, чтобы привязывать к ветке там или к палке. Зимой тоже я ее использую, эту поставушку. Вот такое вот грузило. Нитка такая капроновая в строительном магазине продается. И здесь как жерлица я зимой ставил. Также вот живец стоит, видите. Поводок стальной. И живец насадил через рот я. Можно за спинку сажать. У меня через рот был нормально этот. Сработало. Так, ну все, окуня бросаю. Мертвый тоже может сработать. Лучше живого поставить. Когда живой будет, потом живого переставим еще. Так, вот так вот. На ветку одеваю. Вот так вот. Ух, там котел кипит опять сзади меня. Окунь ходит, гоняет мелочь. Так, вот здесь вот у меня на черном шнурке висит поставушка, шнурок из-под обуви. Так, вижу то, что нитка не смотана. Сейчас посмотрим. Нет, окунь там на месте висит. Здесь мертвый окунь стоял. Здесь не было сработки. И все по-тихому. Так, ну ладно. Сейчас тогда буду сплавляться по ветру и бросать мэпс. Может, на мэпс что-то попадется. Если окунь, то на поставушке пойдет. Была поклевка, сейчас окуневая. Но сорвался окунь. Куда-то завел в траву, что ли. Это трава сейчас была. Травы много, цепляется трава. Не дает мапсу спокойно пройти. Так, вот так вот попробую здесь проводку сделать вдоль кустов. Может, там сидит какой-то хищник. Наконец-то удалось окуня поймать. Очень долго ничего не клевало. Вот окунь попался наконец-то. Он уже один раз клюнул и сорвался. Потом через несколько проводок вот еще раз попался. Так, окуня мне надо живым сохранить. Чтобы на жерлице посадить. На поставушке. Тихо, не брызгайся. Так, вот в этих местах перед этими кустами еще щука бывает попадается. Несколько щучек я взял. Посмотрим, может, на камеру клюнет, на включенную. Нет, на камеру не будет клевать. Окунь тот еще стесняшка. На камеру не нравится ему, когда снимаю его.
Молодец. Попала щука. Еще один, но только для Восточной Европы, там вот для Украины, там Грузию даже хотят потенциально взять, и Азербайджан, то есть расширять. Вообще планы, еще раз посмотрите, глобальные просто. Иди сюда. Дело в чем, вот посмотрите. Брызгается. Тут же заявление, берем официальный твиттер инициативы трех морей. Даже не ожидал я то, что эта рыба попадет сейчас. Буквально решил перед отъездом домой несколько проводок сделать. Вот, ребята, такая щука попалась. Уже темно. Уже в сумерках клюнула. Тихо, тихо. Вон что творит. Мощная такая. Такая щучка где-то около килограмма. Так, надо сейчас будет ее освободить. Я уже собирался, да, думаю, пару забросов сделаю перед отъездом. Весь день не клевало, кроме вот одного окуня не удалось поймать на блесну ничего. И повторюсь, перед самым отъездом такая вот щука попалась. Заглотила прям сильно этот блесну. Прям в глотку ей попала. Так вот. Сейчас на кукан посажу ее. Все-таки удалось поймать. Волк, как говорится, ноги кормит, а спиннингисты забросы. Не знаю, я, наверное, сегодня 1000 забросов, наверное, сделал. Так. Тихо, зубастые. Мощная. Мощная рыбина. Хоть и мелкая, но мощная. Так. Сейчас меня в просвет не видно, наверное. Потому что сейчас закат, и вот так вот, наверное, получше видно будет. Ну что, друзья. Сейчас еще пару забросов сделаю. Не знаю, попадется что-нибудь, нет. Пока еще светло, пока меня видно. Хочу всем сказать спасибо за просмотр. И увидимся с вами на следующей рыбалке, в следующем видео. Всем желаю таких рыбалок, как у меня, уже третий-четвертый день, я уже без рыбы не уезжаю. Посейдон меня балует, не оставляет без рыбы. Сегодня одну хорошую щуку на постовушке удалось поймать. И одну на блесну, как видели только что. Ладно, всем пока.